Здравствуйте. Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственного совета Чувашской республики от фракции «Справедливая Россия» Олег Николаев. Олег Алексеевич, здравствуйте. Добрый день, Татьяна. Добрый день, уважаемые телезрители. Олег Алексеевич, спасибо большое, что приняли приглашение участвовать в нашей программе. И первый вопрос такой. Недавно, в начале июня, в Чебоксарах прошел межрегиональный семинар по вопросам, по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Да, там в нем приняли участие депутаты Госдумы Российской Федерации. Вот что обсуждалось на этом семинаре? Да, на самом деле прошел такой семинар, который был посвящен вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На данном семинаре приняли участие представители многих регионов Приволжского федерального округа, причем в делегациях многих, скажем так, тут тавтология регионов, были депутаты областных парламентов этих регионов. Это Самара, Татарстан, Нижегородская область и Астрахань. И на семинаре обсуждались те проблемы, которые на сегодняшний день прежде всего волнуют население по проблемам ЖКХ. И самое главное, конечно же, обсуждалось, что надо делать дальше для того, чтобы эту ситуацию изменить. И прежде всего в контексте межрегионального сотрудничества. Не так, что отдельно Чувашия или отдельно Татарстан, а именно с точки зрения вот единого такого взаимодействия. Проблемы, наверное, у каждого региона разные, но в то же время одинаковые. Абсолютно верно. И ведь данные ведущих исследовательских фондов ФЦИОМ и ФОМА говорят о том, что на сегодняшний день самая главная проблема, которая волнует население, это именно вопросы ЖКХ. И ведь семинар тоже родился не от того, что мы вот просто решили его привести, а это работа в области по направлению ЖКХ ведется уже несколько лет, в частности, региональным отделением партии «Справедливая Россия». И это направление родилось в рамках его постоянной деятельности, когда мы организовали ряд постоянно действующих комиссий при партии, которые занимаются по основным направлениям жизнедеятельности республики, в том числе по вопросам ЖКХ. Затем эта работа, она, ввиду того, что проблема глобальная, и вот эти реформы в области ЖКХ, они постоянно поднимали новые и новые вопросы, она приобрела такой надпартийный проект. Здесь начали участвовать многие общественные организации, представители советов домов, сами управляющие компании. И после этого началось такое, может быть, даже спонтанное, но тем не менее уже назревшее межрегиональное общение. В частности, мы сначала начали общаться с Татарстаном, затем с Нижегородской области, потому что вот эти проблемы, они сами по себе вызвали некое общественное движение среди населения. То есть начали создаваться некие союзы собственников или нанимателей жилья, которые сообща начали консолидировать те проблемы, которые есть в этой области, и соответствующим образом обсуждать, как решать, и обобщать даже судебную практику, которые велись с управляющими компаниями, иными организациями в области ЖКХ. И вот в рамках этого взаимодействия межрегионального родилась идея как-то обобщить вот все это общение и все-таки выработать некие единые подходы дальнейшего взаимодействия в рамках межрегионального сотрудничества и общения. Вы пообщались, собрались вместе. Какие дальше будут действия? Какие решения, может быть, выработали на этом семинаре? Обращения? Может быть, что-то кардинальное нужно особенное сделать? Ну, основными решениями данного семинара явились то, что создали координационный совет при Приволжском федеральном округе, который будет заниматься проблемами и вопросами в области жилищно-коммунального хозяйства. Он будет контролировать как-то? Этот координационный совет будет обобщать все те наработки из регионов, которые на сегодняшний день осуществляют вот эти общественные организации, союзы и некие фонды собственников жилья, и консолидировать в одном месте с тем, чтобы выработать единые предложения и механизмы взаимодействия с органами исполнительной власти в регионах, с федеральными органами исполнительной власти, обращения, соответственно, в адрес и тех, и других. Это первая сторона вопроса, которая была, соответственно, на этом семинаре принята. И второе, были приняты обращения и в адрес Госдумы, и в адрес региональной власти с просьбой
о первоочередных мерах, которые бы необходимо, на наш взгляд, на сегодняшний день принять. Это и к властям региона. Да, это и Государственной Думе о внесении изменений в действующее законодательство, в том числе и Жилищный кодекс Российской Федерации, по конкретным вопросам. В частности, это касается регулирования деятельности управляющих компаний. Это касается вопросов... Ведь самый главный вопрос ведь возникает в чем? В том, что люди не понимают, куда идут деньги, собранные за услуги ЖКХ, как они распределяются, как формируются и вообще куда они деваются. То есть качество услуг куда плохое. Куда их тратят? Да, куда их тратит управляющая компания? Вот в чем вопрос, как говорится. И вот здесь вот были сделаны конкретные предложения с тем, чтобы с одной стороны, как бы так вот определенным образом законами отрегулировать данный вопрос, с другой стороны отрегламентировать деятельность управляющих компаний, то есть в частности выставить требования к уставному капиталу этих управляющих компаний в зависимости, какие объемы жилищного фонда они обслуживают, эти управляющие компании, с тем, чтобы они обеспечивали не за счет привлеченных средств, то есть просто за 10 тысяч организовали управляющую компанию, затем что-то привлекли, причем это, как правило, на физических лицах, а за счет именно уставного капитала, вот за счет того, что есть у предприятия и чем несет ответственность юридическое лицо. Да. Именно за счет этого оно гарантировало предоставляемые услуги, качество предоставляемых услуг жителям многоквартирных домов. Олег Алексеевич, все это замечательно. Вы собрались, депутаты, какие-то общественные объединения, да? А сами люди, они, как вы думаете, будут участвовать вот в этой работе вообще, и хотят ли участвовать? Особенно в контроле за управляющими компаниями. По-моему, некоторым все равно заплатили деньги, сколько там выписали. Дальше? Да, к сожалению, вы совершенно правы. Это очень часто в настоящий момент это и происходит. И чем и пользуются очень многие, скажем так, не очень честные, вот, скажем так, люди, которые осуществляют деятельность в данной сфере на сегодняшний день. И здесь очень важно, в том числе посредством такого рода семинаров, совещаний, которые проведены такого рода мероприятий, активизировать само население с тем, чтобы оно участвовало в управлении своим домом. То есть это, в соответствии с действующим законодательством, именно собственники жилья являются, скажем так, правообладателями и, то есть, инициаторами вообще, как надо управлять, что надо делать, как надо делать. И одно из, наверное, главнейших наших предложений, выработанное на этом семинаре, совещании, и причем оно уже, вернее, это не новое на самом деле, оно уже отчасти поддерживается Минфином Российской Федерации, о чем сказал на семинаре совещания Аксаков Анатолий Геннадьевич, это открытие номинальных счетов домов, каждого дома. То есть, с одной стороны, это деньги дома аккумулируются на номинальном счете конкретного дома. С другой стороны, это этим управляет этим счетом управляющая компания, но деньги тратятся только на нужды этого дома. То есть с этого счета деньги тратятся на коммунальные платежи, только на нужды, этого дома с одобрения совета дома. Ведь на сегодняшний день понятно, что все жители, собственники дома одновременно участвовать в этом процессе не могут. Поэтому для управления домом, как правило, избирается совет дома. Совет дома и, соответственно, председатель дома. И вот здесь возникает еще одна проблема. На сегодняшний день прописано совет дома, значит, председатель совета дома, но вот практика показывает, что вот эти председатели советов домов с точки зрения законодательства не имеют права на материальное вознаграждение. То есть собственники, с одной стороны, его делегировали определенной ответственностью и полномочиями, с другой стороны, если даже они его хотят как-то вознаграждать, да, то есть нет вот таких вот законных прав это делать. В ТСЖ же вроде они получают какую-то зарплату. Председатель ТСЖ. В ТСЖ, да. А в советах домов нет. А в советах нет. То есть да. В обычных домах. Да, это разные формы управления. То есть ТСЖ – это юридическое лицо. Совет домов – это не юридическое лицо. То есть если люди активные решили… Активные инициативные граждане. Да, активные инициативные граждане, которые готовы потратить свое личное время на то, чтобы решать все вопросы дома и контролировать. Получается, это же постоянный контроль за предоставлением качества коммунальных услуг, за количеством потраченных материалов, воды. Ну и за порядком, в конце концов, во дворе, конечно. Естественно. Вот все вопросы
вопросы, которые связаны с эксплуатацией дома. И, конечно, это требует такой постоянной работы и ответственности. Ну, и логично, ввиду того, что все оплачивается, чтобы законодательно было закреплено право вознаграждать этих людей с тем, чтобы они несли ответственность и чувствовали ответственность за эту работу. Это ваше предложение, да, выработано на семинаре, которое поступило на семинаре с отдельным счетом на каждый дом. Это будет предложение власти? Как вот власть вообще отреагировала на ваш семинар? Ну, пока официальных реакций не было, потому что времени, насколько мы знаем, в соответствии с действующим законодательством 30 дней на рассмотрение любого рода документов. Но соответствующие рекомендации, они разосланы в адрес всех исполнительных органов власти, в адрес и комитетов Госдумы. Но мы ожидаем таких ответов. Я думаю, что в большинстве своем они будут положительные, потому как ведь практически все те предложения, которые были сделаны, они, скажем так, являются конкретизацией, может быть, да, там, и детализацией тех поручений, которые, например, были даны Владимиром Владимировичем Путиным 31 мая на Госсовете Российской Федерации. То есть, в принципе, вы работаете в диалоге с исполнительной властью, с региональной властью? Ну, во всяком случае, мы предлагаем этот диалог, мы предлагаем эту дискуссию, и мы предлагаем конкретные решения. И, конечно же, если взять разные ситуации в жизни, когда этот диалог никак не получается, когда идет, скажем так, хочется сказать довольно-таки грубо, просто игнорирование нашей позиции, приходится прибегать к неким иным мерам, да, там это митинги, это уход фракции из заседания сессии Госсовета. Но это уже крайние меры, когда уже, скажем так, когда мы чувствуем, что иначе никак не услышать. Ну, дай бог, чтобы таких крайних мер не было. Кстати, про сессию Госсовета. С какими инициативами, с какими законопроектами ваша фракция выходит к будущей сессии июльской? Вот именно на июльскую сессию законодательных предложений от нашей фракции напрямую нет. Но у нас еще месяца два назад мы внесли наши предложения по изменению регламента деятельности Государственного совета, которые направлены прежде всего на, скажем так, его, скажем, более на общественный контроль. На общественный контроль деятельности Государственного совета. То есть, как голосовать? То есть, возможность доступа к итогам голосования, любого жителя Чувашской республики. Чтобы все-таки было введено тайное голосование, оно было разделено электронное и тайное голосование. Ну и ряд других моментов по деятельности Госсовета с тем, чтобы оно было, более эффективным. Но, к сожалению, эта работа, она затянулась. Насколько мне известно, с такими же предложениями вышли и фракции Коммунистической партии Российской Федерации, которые представлены в Госсовете Чувашской Республики. Я как раз вам хотела задать, как вы взаимодействуете в этом вопросе с ними? И фракция «Единая Россия», естественно, понимая, что действующий регламент уже необходимо корректировать, тоже взялась за эту работу, поэтому эта работа, она затянулась. Мы надеемся и будем настаивать, конечно, чтобы на данной сессии этот вопрос был рассмотрен, потому что в соответствии с регламентом Госсовета подобные вопросы рассматриваются в первоочередном порядке, с тем, чтобы уже следующие его действия были именно отрегулированы этими, предложениями. То есть вы здесь с коллегами-коммунистами объединяетесь в этом вопросе по регламенту, да, с голосованием? Многие наши вопросы, к нашими коллегами были поддержаны, да. Но это имеет на самом деле здравый смысл, ведь мы же не просто это предложили, мы изучили опыт деятельности Московской городской думы, опыт деятельности Государственной думы Российской Федерации, иных региональных парламентов Российской Федерации. Ездили наши коллеги, я не ездил, наши коллеги ездили в Китай и в Италию с соответствующими рабочими визитами, изучили там деятельность таких местных муниципальных парламентов и региональных парламентов. Исходя из всего этого комплекса информации, мы предложили свое видение, что каждый депутат свою деятельность должен определенным образом публично показывать, как он вообще позиционирует себя
Вот он же как бы позиционирует себя, тем самым связывает себя со своими избирателями. И голосуя, получается, за тот или иной вопрос, он выражает позицию своих избирателей. То есть логика-то получается какая? Логика получается, в принципе, получая тот или иной законопроект, мы должны его обсудить с нашими избирателями, понять как бы их волеизъявление, затем внести их мысли, и либо изменить, доработать этот законопроект, нормативный акт до определения, либо голосовать соответствующим образом за него. Ну и избиратели должны доверять. 15 минут. Хорошо, спасибо. Совершенно верно. Угу. Олег Алексеевич. Ну, вот говоря о наших инициативах, тем не менее, вот это как бы по данной сессии. А вообще мы на настоящее время готовим ряд законодательных инициатив в области ЖКХ именно на базе вот взаимодействия, межрегионального взаимодействия. Здесь мы договорились о том, что мы в ближайшее время разработаем ряд модельных законов, которые дают, скажем, которые имеют полномочия вообще региональные парламенты принимать в сферах вопросах, с тем, чтобы отрегулировать те вопросы в области ЖКХ, которые возможны на сегодняшний день. То есть они не отрегулированы на федеральном уровне, но возможно их отрегулировать на региональном. Да, региональным законодательством. И вот здесь мы сейчас работаем над разработкой такого рода законопроектов. Спасибо большое, Олег Алексеевич, что пришли к нам и рассказали нам о том, как решается вопрос с такой больной проблемой, как ЖКХ. А я напоминаю вам, что сегодня у нас еще раз прощаюсь. Спасибо большое, Олег Алексеевич, что пришли к нам и рассказали о работе вашей фракции в Госсовете. А я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был Олег Николаев, депутат Государственного совета Чувашской Республики от фракции «Справедливая Россия». До свидания.